Всем привет, дорогая церковь! Приветствуем вас из города Березовский. Хотим рассказать немножко, как у нас проходит служение, да, как у нас вообще, какое движение происходит в городе и какие планы у нас есть, да. Вот, на данный момент мы готовимся, такой у нас период подготовки, вот, к молодежной евангелизации, к Альфа, курсу молодежному, да, хотим снова начать второй, как говорится, второй этап этой евангелизации. Это очень хороший инструмент для привлечения молодежи к Господу, вот, и в ближайшее время мы планируем начать снова. Вот, молимся за это, духовно себя подготавливаем, вот, просим Господа, чтобы Он располагал сердца молодежи, вот, и верим и надеемся, что много молодых людей с города, с нашего, они придут к Господу. Также у нас на этой неделе, в прошлое воскресенье, был праздник жатвы, было хорошее время, веселая атмосфера, наполненная Богом. Вот, приезжала команда из Кемерово, организовывали все. Вот, собирались также церковь с Барзаса. Вот, и все вместе радовались и славили Господа. Вот, хорошее время было. Дорогие, спасибо вам за ваши молитвы. И сейчас в это непростое время очень важно нести Христа. В Библии много раз Иисус говорил: «Идите». Он говорил: «Идите за мной, идите до края земли, идите и научите». И очень важно не сидеть на месте, не стоять на месте, а просто идти и нести Христа. Потому что сейчас люди, они открыты для Слова Божьего. Вот, и мы вас благословляем, чтобы вы шли. Аминь. Также у нас в Березовском проходит каждую субботу уличные евангелизации. Да, мы собираемся с людьми, берем Новые Заветы и ходим просто по улице, встречаем людей, говорим о Господе, вот, проповедуем Евангелие. Вот, это прямая задача нашей церкви, вообще каждого христианина. Да, Господь сказал: идите. Вот, и Он не хочет, чтобы мы сидели, Он хочет, чтобы мы шли и проповедовали о Нем, рассказывали о Нем. Спасибо вам.